Убирайся, демон, в свою преисподнюю! О боже, ребят, вы видите, что происходит с его лицом? Это просто жесть! Он просто похож на какую-то смятую бумагу, ребят! Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор еще не подписан. Ставь лайк, нажимай колокольчик, потому что именно сегодня я заказала самого черта из Даркнета. Черт, сатана, демон, это все, ребята, одно и то же. И прямо сейчас в эту дверь должен будет зайти самый настоящий демон или черт, которого я вместе с своим парнем Димой заказала из Даркнета. Кстати, поздоровайтесь с Димой. Всем привет. И, ребята, после того, как он зайдет сюда, мы покажем вам, да, вы увидите на камере прямо как сейчас здесь именно черт, демон. О боже, мне просто не верится, зайдет прямо сюда, в эту квартиру, и что будет, я даже понятия не имею, ребята, но я хотел бы вам сказать такую вещь, что у нас с Димой приготовлены очень крутые вещи для того, чтобы изгнать черта обратно в преисподнюю, чтобы он горел в аду, ребята. У нас есть куча всяких артефактов и атрибутики, которые помогут нам избавиться от этого демона, от этого черта, которого мы же и заказали в Даркнете, для того, чтобы вы увидели его прямо сейчас. Ребята, если вы готовы прямо сейчас, черт уже топает копытами за дверь. Я слышу, как он говорит «бе» и хочет зайти прямо к нам в дом, в нашу квартиру прямо сейчас. Если ты готов, то подпишись на канал, поставь лайк. Итак, ребят, первый артефакт – это пентаграмма. Вы знаете, что если она будет перевернутой, то это будет означать сатанинский знак. Знак самого демона, черта или сатаны, который прямо сейчас стоит и смотрит на нас. Ребята, вы видите его, вы видите? Этот просто, он просто жесть, ребята. Он такой страшный, этот демон. И я не знаю, что с ним делать. Он двигается прямо на меня. Сейчас мы попробуем против него использовать этот артефакт, ребята. Смотрите, как он светится в темноте. Он пропитан зеленой химией. И прямо сейчас я кину в него этот артефакт. Ребят, смотрите. Ребят, вы видели? Эта перевернутая пентаграмма светится зеленым, когда этот черт или демон приближается прямо сюда, ребята. Пока он стоит напротив меня, вы видите, ребята, это просто жесть. Это настоящий демон. Это настоящий черт. Мне не верится, ребята. Это просто жесть. Это настоящий демон, который прямо сейчас смотрит на меня и на вас через экраны ваших телевизоров и телефонов. Ребята, будьте осторожны, будьте аккуратны. Вот эта пентаграмма, перевернутый черт, артефакт, этот не помог нам справиться против черта, но у нас, Дима, есть еще одна идея. Ребята, ну мы подготовились с Димой, и сейчас мы испытаем на этом демоне, на этом черте, мы испытаем свечи, свечи, которые, блин, настоящие святые свечи, которые должны испугать этого демона или черта, и он может покинуть, то есть огонь будет пугать этого демона, этого черта, чтобы он убрался из нашего дома. Прямо сейчас я буду зажигать эти свечи. Ребята, я так переживаю, так волнуюсь, это просто жесть. Мне никогда не было так страшно, мурашки просто по моей коже. Сейчас я буду зажигать свечи. Вы видите, что с ним происходит? Вы видите, что с ним происходит? О боже, ребят, вы видите, что происходит с его лицом? Это просто жесть. Он просто похож на какую-то смятую бумагу. Ребят, это реально какой-то демон. А сейчас я попробую еще зажечь вот эти свечи, чтобы до конца напугать этого черта демона. О боже, ребята, он настоящий, вы просто не можете поверить в это. Но вы видите это перед своими глазами, это настоящий демон, который стоит перед вами и передо мной. Сейчас мы попробуем вместе с вами напугать его огнем. Чертов демон, черт, убирайся отсюда! Убирайся отсюда, я тебе говорю. О боже, ребята, и этот артефакт не помогает, мы не можем с ним справиться. Но у нас, Дима, есть еще одна идея. Святая вода, ждите еще одну минуту. Мы попробуем обрызгать этого черта демона святой водой. Я надеюсь, что у нас это получится с вами. Итак, ребята, у нас здесь припасена святая вода, которая обязательно должна нам помочь справиться с этим бесом, демоном или чертом. О боже, я не знаю, какую выбрать. Давай начнем с первой. На! Ребята, он просто горит, посмотрите, он дымится. Святая вода помогает нам избавиться от этого демона или черта. На! Ребята, но и этого оказалось мало для того, чтобы добить этого черта и уничтожить его. Раз и навсегда отправить его в преисподнюю. О боже, ребята, этот демон смотрит прямо на меня, он приближается к нам, он хочет нас уничтожить. Но у нас есть еще один шанс попытаться избавиться от него. В этом чемодане с Даркнета мы заказали разную атрибутику, которая помогает спрятаться с нечистой силы. Посмотрите, ребята, это какие-то утиные или гусиные перья. Я не знаю, что именно
нужно делать и как бороться против призрака, этого я не знаю. Здесь есть волшебная трава и еще какие-то, я не знаю, что это нужно делать, может быть, это нужно варить какое-то зелье. Ребята, давайте попробуем добавить эту траву в святую воду, и тогда, возможно, опрыснуть этой водой этого черта, этого демона. Ребята, это просто жесть, мне никогда не было так страшно. Это настоящий призрак, у меня просто потеют ладони, мне очень страшно. Сейчас, ребята, мы приготовим специальное зелье, которое поможет нам избавиться от этого демона, от этого черта, от этого беса. Я изгоняю тебя. Я изгоняю тебя, чертов бес. Убирайся, 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 убирайся. О боже, нет, ребята, даже это не помогает нам избавиться от этого черта. Я не знаю, у нас есть последняя идея, ребят, мы заказали эту траву, это она должна выкурить просто этого демона из нашей квартиры. Эту траву нужно поджечь и дымом выкурить этого беса из нашего дома, из нашей квартиры. Ребят, вы обязательно должны мне помочь. Вы знаете, как это сделать? Прямо сейчас поставить лайк под этим видео и написать, чтобы этот демон убирался из моего дома. Ребята, тихо, осторожно. Сейчас главное просто не поджечь всю квартиру. Сейчас мы подожжем эту траву, чтобы она начала немного дымить. Вот, вот. И теперь вот такими движениями мы будем изгонять демона из нашего дома. Покинь этот дом, демон. Демон, черт, покинь это место. Убирайся, я заклинаю тебя. Убирайся, демон, в свою преисподнюю. О боже, ребята, я не знаю, что у нас получилось. И, по-моему, демон, этот бес, этот черт покинул наш дом, ребята, это все благодаря вам и тому, что мы доказали из сайта Darknet. Это очень крутая атрибутика, которая поможет вам справиться со злыми духами. Ребята, это пентаграмма, это святая вода, это свечи, это зелье и также это специальная трава, которая прогоняет из вашего дома всякую нечисть. Обязательно храните это у себя дома, ребят. Это просто жесть. Никогда не посоветую, чтобы в ваш дом пришел черт, бес, демон или кто-то, ребята. Это просто жесть. Так что сразу звоните мне и говорите, чтобы я помогла вам избавиться от этой нечисти. И я приеду к вам, ребята. А также пишите комментарии, которые также попадут в начало моего видео. Я буду зачитывать каждый ваш комментарий. Самые лучшие 3 комментария попадут в начало моего видео, ребят. Так что пишите. А с вами была я, Ирина Ясинская. Надеюсь, что вам понравилась такая новая видеоподача на моем канале. Пока!